Здравствуйте, друзья. У нас тут посылочки с Амазона. Сергей, наш, так сказать, админ с ножиком перочинным. Да. Давайте ножиком открывать будем. Посмотрим, что там, мы не знаем. Но мы заказали в четверг, по-моему, сегодня понедельник, а в четверг мы заказали целый комплекс, друзья, всяких штучек. Так. Это первое. Но это легко сказать по внешнему виду, что это. Скажите, что это. Это плата, да. Компьютер, так. Которая захватывает не сжатое видео, не обработанное. Да. Которое будет поступать с камеры. Вот, значит, мы хотим в классной комнате установить камеру, которая будет схватывать и стримить вот на этот самый драйв, который мы сейчас поставим, значит, с помощью вот этой самой карты. Угу. Так. Это чего? Не знаю. Таким образом, друзья, мы будем иметь возможность все наши уроки писать для истории. Это жесткие диски, два штука. Так. На которых будет все это дело храниться. Это два жестких диска. Так. Сейчас покажу. Опа. Так. По 4 терабайта. Так. Western Digital Black. Они как бы и недорогие совсем, правда? Ну. Вот эти 4 терабайта. Цену называть? Ну, зовите. Ну, сколько мы отдали? $600 за два. Правда? Да. А, я думал, по стольнику вообще. Не, по стольнику блэки не бывает. А были какие-то по стольнику там? Не помню, что это было. Я... Честно, тоже не помню. Я цены не знаю, честно. Вот мне что говорят. Вот. Значит, $300 за 4 терабайта. А почему вы их блэком назвали? 2 по 4. Блэком назвали? А эта серия называется Black. Подождите, пойти. Western Digital Black. 2 по 4. $300 за 2? Нет, за ну, 600 за 2. 600 за 2. Мы по 300 с чем-то взяли. Понял. Так. И последняя большая тоже, кстати, даже не догадываюсь, что это может быть. А может быть, это вообще не связано с нашим комплексом? Может быть. Хотя, знаете, на Амазоне есть такая манера, возьмут маленькую штучку. Вот такую, упакуют вот такую фигню. Да, пятитюлечку. Ну вот, а вы видите, что творится. Вот, пожалуйста. А это у нас... Абсолютно. А, слушай, тут несколько предметов сразу. Это кабель. Это один кабель. Это один кабель. А это второй кабель. Да, потому что, вы сами понимаете, надо на потолке там ее где-то приделать. И SSD-шечка на 250. Solid State Drive. На этом будет наша что? Система крутиться. Это будет на ней крутиться система. А вот тут 250 гигов. Да. Так, и почем это? Вот это, по-моему, застольник с чем-то. Так. Это вот, кстати, тот кабель, который будет включаться вот сюда одним концом. В карту. В карту, а другим концом. В камеру. Это сетевой кабель, обычный RG45. Так, ну покажите хоть. Давайте посмотрим. Пусть люди, которые не знают, что такое RG45, посмотрят, какие бывают сетевые. Ну, друзья, это классический стандарт. Этот вы все знаете. Вы не знали, может быть, что он RG45. RG45 стандарт. Стандарт такой. Да. Хорошо. Ну, тоже это для управления тоже. Значит, чего нам не хватает сейчас? Камеры. Ну, да. Вот нам не хватает ни много ни мало самой камеры. Да. Еще у нас на самом деле крепеж есть для камеры. Да, да. Это, так мы ее будем к потолку крепить. Да, мы ее будем крепить к потолку, и она у нас будет висеть. И... Так, знаешь что, пойдем посмотрим в самом классе, как это будет. Окей. Вот мы в классе, вы видите наш проектор. А где камера-то будет? Я предполагаю, что где-то рядом мы ее поставим, где-то вот в этом части. Или здесь, что когда... Она будет смотреть, чтобы она не попадала в кадр наш проект. Чтобы хорошо. Там чистый кадр был доска. То есть ты хочешь сбоку поставить ее? Ну, чуть-чуть сбоку, потому что если мы поставим ее за, не получится, она будет Ну, хорошо. Цеплять. Шум от вентилятора проектора нам не страшен. А у нас микрофон будет там. У нас будет микрофон висеть где-то. А еще микрофон мы должны... У нас микрофон будет над доской, ага. Будет вниз направленный, 360 градусов. Кстати, микрофон – это еще одна деталь, которая еще не поступила. Да, да, кстати, забыли про микрофон. Да, забыли. Ну что же, хорошо, вот там все это будет происходить. По мере развития событий мы будем докладывать.